Сегодня я вам покажу вот такие классные товары для вашего велосипеда или байка. И в конце видео будет традиционный конкурс с денежным призом, так что смотрите до конца. Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. Вот уже наступила теплая весна, и настало время доставать и обкатывать своих двухколесных коней после зимней спячки. И сегодня рекомендую к просмотру подборку из 20 велотоваров, которые, я думаю, вам понравятся и пригодятся в городских или загородных покатушках. Если вам понравится видео, не забывайте поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы получать свежие видео первыми. Для тех, кто досмотрит видео до конца, будет проходить конкурс с денежным призом. Все ссылки на товары и на кэшбэк, чтобы экономить деньги с покупок в интернет-магазинах, есть в описании. Поехали смотреть! И начинаем мы со стильной велофары. Профессиональная задняя фара для велосипеда обеспечит вашу безопасность на дороге благодаря яркому интенсивному свету, который видно на расстоянии до 25 метров. Встроенный датчик самостоятельно отключает фару через 1 минуту после остановки и автоматически включает ее после начала движения велосипеда. Велофонарь имеет 7 режимов свечения. Качественный, прочный и водонепроницаемый корпус позволяет использовать фонарь в любых погодных условиях, будь это туманная или дождливая погода. Крутые лазерные габариты. Задний светодиодный фонарь с лазерной проекцией габаритов имеет несколько режимов работы и позволяет использовать фару как габаритный огонь и дополнительно включать лазерные 3D габариты. Велофара рисует лазерную дорожку по обе стороны велосипеда, обозначая его габариты и тем самым обеспечивая видимость велосипеда на дороге, что повышает безопасность при езде в темное время суток. Они выглядят как прямые лазерные лучи, которые видно с большого расстояния. Крепится фара под седло. Водонепроницаемая велосумка. Для любителей велопутешествий это незаменимая вещь. Сумка легко устанавливается на багажник велосипеда, подходит под любые типы багажников. Отлично подойдет для перевозки одежды и других аксессуаров. В местах трения с колесами материал сумки дополнительно усилен во избежание истирания ткани. Сумка изготовлена из прочного водоотталкивающего материала, объем 37 литров. Антипрокольная велолента – незаменимая и очень полезная вещь в дороге. Представляет собой тонкую полоску из специального эластичного пластика, которая устанавливается между покрышкой и камерой вашего велосипеда, чтобы снизить вероятность прокола камер гвоздями, стеклами или другими острыми предметами. Дополнительных приспособлений для установки не требуется, достаточно навыков по смене камеры. Благодаря нескольким размерам применяется с колесами различного диаметра. Портативная Bluetooth-колонка. Эта компактная водонепроницаемая портативная колонка для смартфона пригодится людям, которые любят путешествовать, отдыхать на природе и кататься на велосипеде. Колонка снабжена прочным, качественно собранным корпусом, изготовленным из прорезиненного противоударного пластика и снабжена защитой от брызг и пыли. С мобильным телефоном эта водонепроницаемая колонка соединяется через Bluetooth. Громкий и качественный звук, долгое время работы от аккумулятора на 2100 мАч. Экстренный велонабор – это отличный дорожный набор инструментов для велосипеда в бардачке. Набор содержит все необходимое для ремонта велосипеда в дорожных условиях. Бардачок инструмента удобно крепится на раму и занимает совсем немного места. В состав набора велоинструментов входят велосипедный мультитул, отвертки, мини-насос, велоаптечка, в которой клей, латки разных размеров, наждак и монтажные лопатки. Многофункциональный велокомпьютер – это идеальный гаджет для любого велосипедиста, которому нужен беспроблемный способ следить за параметрами езды. Эта модель очень миниатюрна и практически не занимает места на руле или выносе. Имеет 11 функций, обеспечивает необходимый контроль за скоростными режимами, спидометр, средняя текущая и максимальная скорость и временным режимом, время текущей поездки, общее время движения и секундомер. Показывает дистанцию текущей поездки и следит за температурой внешней среды. В темноте подсветка зажигается при нажатии на кнопку. Еще один мультинабор. Наиболее функциональный набор инструментов из 16 ключей. Возьмите такой набор инструментов для велосипеда с собой, и никакая поломка не испортит вам впечатление от катания. Складной набор инструментов велосипедиста предлагает наиболее необходимые универсальные инструменты, такие как 6 шестигранников 2,5, 3, 4, 5 и 6 мм, рожковый ключ, спицной ключ, 2 отвертки крестовая и шлицевая, держатель для головок и сами головки 8, 9 и 10 мм.
Качественная сталь, из которой сделаны инструменты, обеспечит долгое, надежное использование. Световая насадка на ниппель. Светящиеся колпачки на ниппель для подсветки колеса придадут вашему транспортному средству неповторимый и эксклюзивный вид. Загорается во время движения колес, создавая эффективный световой круг и гаснет при остановке, тем самым продлевая срок службы батареек. Светодиодная подсветка шин работает от нескольких таблеточных батареек. Легко снимается и одевается. С помощью данной насадки на ниппель вы сможете сделать красочным свой велосипед, мотоцикл, автомобиль или квадроцикл. Очень красиво смотрится в темное время суток. Велокомплект фонарей со спидометром. Один из самых важных аксессуаров для велосипеда. Он может спасти вашу жизнь. Днем активно привлекает внимание на дороге, в сумерки и ночью яркий фонарь осветит дорогу. Задний фонарь крепится на трубу под сиденье с помощью зажима, как и передний фонарь. Набор необходим не только для удобства, но и для безопасности. Он позволит четко обозначить велосипедиста для других участников движения на дороге. А спидометр покажет вам скорость движения и придаст уверенности в езде. Крутой необычный велозамок состоит из стальных сегментов, которые превращаются в разложенном виде в цепь с крупными звеньями, а в сложенном в очень компактную конструкцию, похожую на гамбургер. С таким замком вы не будете волноваться за свой байк и сможете его спокойно оставлять в подъезде и на велопарковке. Помимо классного и необычного вида, замок компактен, и корпус его сделан из сплава цинка плюс АБС, а ключ из стали высокого качества. Держатель для телефона. Удивительно полезная универсальная вещь. Этот фиксатор для телефона может решить сразу много проблем. Держатель фиксируется на руле велосипеда при помощи специального крепления и подходит для мобильных устройств шириной от 4 до 11 см. Конструкция держателя предусмотрена, чтобы вибрации при движении не передавались на мобильные устройства. Имеет угол вращения 360 градусов, что обеспечивает удобство работы с вашим гаджетом. Стильные поворотники. Просто незаменимый аксессуар для всех любителей кататься в ночное время суток. Яркий светодиодный фонарь способен проецировать на дорогу лазерные лучи, с которыми вас уж точно будет сложно не увидеть. Не менее полезной функцией является наличие сигналов поворота, позволяющих своевременно оповестить других участников дорожного движения о предстоящих маневрах. Управление работой устройства осуществляется с беспроводного пульта, который устанавливается на руле. Пульт снабжен крупными кнопками, которые комфортно нажимаются даже в перчатках. С его помощью вы можете выбрать подходящий режим индикации, включить или отключить лазер, а также активизировать поворотники. Велозвонок. Необычный звонок для вашего велосипеда. Подойдет как для ретро-велосипеда на велопарад, так и для повседневного использования. Отличается от других звоночков сильным и очень звонким боем. Крепится на руле велосипеда и позволяет привлечь внимание в опасных ситуациях. Характерный звук клаксона распознается даже детьми, так что проблем с тем, чтобы отпугнуть людей с дороги, не возникнет. И еще одним полезным устройством для велосипеда будет вот такая корзина. Удобная велокорзинка подойдет для установки на различные прогулочные и другие велосипеды. Это приспособление идеально подойдет для загородных пикников и поездок в магазин. Конструкция выполнена из легкого и прочного алюминиевого сплава. Крепится к рулю с помощью каркасных крючков. Максимальная нагрузка до 15 кг. Велосипедная сумка под седло. Идеально подходит для велосипедистов-минималистов, которые не любят обвешивать свой байк различными габаритными сумками, штанами или баулами, но вместе с тем предпочитают иметь все необходимые вещи или инструменты под рукой. Сделана сумка из водоотталкивающего материала 600D, что незаменимо в сырую погоду. Велосумка крепится к велосипедному штырю и к полозьям седла с помощью липучих стяжек. Кроме того, сумка для велосипеда оснащена несколькими отделениями для размещения разнообразных вещей. Потолочные крепления для велосипеда. Кронштейн представляет собой подъемный механизм с двумя крюками. Велосипед устанавливается верхней частью рамы на крюки кронштейна, поднимается и опускается с помощью веревки. В комплекте два кронштейна с висящими пружинами. Кронштейны крепятся непосредственно на сам потолок. Чтобы подкрепить к ним велосипед, необходимо просто зацепиться одним кронштейном за руль велосипеда, а другим за седло. Получается, что благодаря такому устройству теперь не нужно будет хранить велосипед в подъезде или где-то в тамбуре. А там, кстати, могут его и своровать.
Такое устройство подойдет даже для однокомнатной квартиры, где катастрофически не хватает свободных жилых квадратов. Кстати, можно хранить не только велосипед. Рюкзак для велосипедистов с поворотниками. Незаменим для велосипедистов, поскольку заметно повышает безопасность езды, особенно по оживленным трассам. В заднюю крышку клапана встроено крупное светодиодное табло, которое способно сигнализировать едущим позади вас водителям о направлении вашего движения влево, вправо или остановке. Управление знаками осуществляется с помощью беспроводного пульта ДУ, который прилагается к изделию. Рюкзак сшит из прочного полиэстера. Этот недорогой аксессуар не только послужит вам эргономичным рюкзаком, но и значительно снизит риск попадания в ДТП. Зажимы для велосипедных тросов разных цветов, чтобы ноги не царапать. Этот набор включает в себя 30 зажимов для велосипедных тросов, ультрастильных и модных цветов на выбор – красный, черный, синий или золотой. Изготовлены такие зажимы из качественного алюминиевого сплава. Подходит как для тормозных тросов, так и для тросов переключателя скоростей. Особенности. Высокое качество изготовления. Лучшая замена для изношенных зажимов. Подходит для тормозных тросов и тросов переключателя скоростей. Применяется не только на велосипедных тросах, а также на любых других. Универсальный чехол-тент для скутера или велосипеда. Вы знаете, что ваш велосипед простоит поллета на солнце или ползимы в подвале? Такая накидка на велосипед сведет к минимуму негативные воздействия. Надевается этот чехол сверху на велосипед. По нижней кромке чехла желательно, чтобы была стягивающая резинка или шнурок. Это нужно, чтобы чехол не сорвало с велосипеда с случайным сильным порывом ветра. Если кому-то негде хранить свой велосипед, то присмотритесь к данному тенту. А вот и обещанный конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, какими видами спорта вам нравится заниматься, а какими нет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!